Сегодня мы будем играть с Веруськой в одну очень прикольную игру, суть которой? Пить воду. Ага. Пить воду. Я не знаю суть игры, Русик решил поиграть со мной в игру. Он нашел игру и сказал, давай заснимем. Нет. Как все началось? Я постоянно Веруське говорю, в день надо выпивать где-то 1,5-2 литра воды. Да. Да, но порой Веруська это не выпивает. И поэтому сегодня у нас будет игра связана с водой и связана со стаканчиком. Да, вот с таким. Так, для этого нам надо вот одна бутылка тебе. Спасибо. Игра называется «Водохлёб». Да, игра называется «Водохлёб». Вот. У каждого получается, у каждого игрока три стаканчика. Угу. Три. И бутылка воды, да? И бутылка воды, да, 0,5. Угу. Дальше. Так, у каждого игрока, значит, по бутылке воды 0,5 и по 3 стаканчика. Суть в том, чтобы вот эту воду 0,5 разлить в эти 3 стакана так, как ты хочешь. Как ты хочешь. Как я хочу. Как ты хочешь. Допустим, первый стакан ты наливаешь половину. Ага. Ты должна это быстро выпить, ага. Поставить стакан на край стола, ага. Стукнуть по нему, и чтобы он вот так встал. Если он так встает, ты возвращаешь его на место и начинаешь выпивать второй стакан. Ты, наверное, уже потренировался, у тебя как-то стакан хорошо встал. Нет. Рустам! Оп, вот, видишь, нет. Ладно. Вот, смотри, вот, вот так ставишь, снизу бьешь, вот, встал. Ты тренировался, ладно. Попробуй ты. Не-не, сбоку, ага, чтобы выпирал. Нет, можно вот, вот так, чтобы он встал на этот, другой стороне. А, другой стороне, угу. Отлично. Вот. Ладно, все. Все, хорошо. Получается вот так, можешь еще раз попробовать. Давайте, пока рассказывай. Получается, у того, кто выпьет быстрее всю воду и, соответственно, переберет стаканчики, тот и выпьет. То есть ты можешь налить вообще чуть-чуть каплю в первый, ты можешь, но ты должна, суть в том, что ты должна всю воду выпить все-таки за 3 стакана. А ты знаешь, например, ну, алгоритм в плане... Куда сколько налить? Да. Нет. Что лучше? Нет, я не знаю. Ну ладно. Я не знаю, я даже не знаю, вода вся в месяц в эти 3, ну, наверное, в месяц, мне кажется. Я думаю, что да. Начинаем? Все, готово? Да. Давай. Начнем. Играем на... Да. Давай, начнем играть. На твои наушники AirPods. Нет, что ты делаешь? Это подарок на день рождения. Давай. Ну, это же хороший подарок. Да, мы потом для 5. О, ты че? Ладно, шучу, да. О, ты че? Давай, готово? Да. Покажи мне свою воду. На счет 3. Раз, два, три. Ой, ее еще открыть надо? Ее надо открыть. Налить. Должна выпить всю воду, чтобы в бутылке не осталось ни одной воды. Я докапну. У меня пусто. Я приступаю. Все, подожди. А нет, все уже. Все уже? Конечно. Ладно. Не подавиться. Оу! Yes! У меня бак переполнен. Мне что-то нехорошо. Ай-яй-яй-яй-яй! Давай-давай! Йоу! Ау! Есть! Поздравляю, ты выиграла. Так, давай. Ты выпила на 5 воды за секунд, наверное, 20, у меня чуть-чуть осталось. Я себе размазала? Нет. Ладно. Давай на желание? Да, игра называется «Водохлёб», и ты сегодня водохлёб, я тебя поздравляю. Главный водохлёб. Не удопьёшь? Нет.